Сколько маскировки? 44. Практически 45 у меня будет маскировки. Но это ближе. Но это практически как у елки какой-нибудь условно. Это много. Это реально много. Но смысл в этой маскировке, ребят, если у меня танк не попадает, не пробивает, только соли достаточно. И мне больше вот это нравится вариант. Я вчера прям по 3к начал хуярить за бой на этом танке. Не, Нир, понятно, мне писали, что для тебя это лучше 108 уровня, блин. У меня с этого жопа подгорел. Ой, тебе, может быть, и понравилось. Но я тебе уверяю, среднестатистический игрок, которому... Да ладно, все, поебать ты, что ты говоришь. Все, я посоветовал, у меня свой бой. С уважением. Давай, папаша, блядь, откисай дальше на своем СТГ. Нир, вы сделали с грани 10 фрагов и 10к урона? А, не сделали. Мы сделали 9 фрагов и 11к урона. Не умирай, чувак. Жопа песик. Да ну! Да сука! Да ёбаный рот этого казино! Да в пизду! Ну какого хуя? Идеальный выстрел в жопу! Теперь у меня пространства по центру карты, блять, нету, чтобы заехать в очко роги. Да ну, бля, ну это пиздос. Отмотайте этот выстрел, посмотрите, как я идеально свелся. Я даже выждал, чтобы площадь поражения была максимальной. Да ёб твою мать, да это нечестно. Нир, ТСТ, плиз. Да, извини, я забыл. Еби его в жопу, еби, Валера. Ну. Слава. Да ёбаный твой рот, Слава. Пиздец, блядь. Заебал. Надо было вот в эту куст встать. Крайне правый.
Пошел нахер, Фуфлыган, я базу защищаю. Как, блядь, Жан-Клод Ван Дам. Дымок. Пошел по комнате дымок. Та, урод. Надо со спины заходить. Ой, прямое. Здорово. Может, ваншотный он. Да. Найс. Тащим. Я даже без стабилизации жму его. Жму эту жопу. О, бата трахнули. Yes. Come on, baby. Come on. Так, ну я базу защитил против трех танков. С фошиком. Я не знаю, сколько у кого хп. Нир Клод Ван Дам в фильме идеальный в жопу. Ну типа. Здорово. Три на бабаху, да? Хорошо. Очень повезло то, что в Ягдпанзера Е100 два залетело в борт. Прям очень сильно повезло. Слушай, ну бабаха может быть где угодно. Брать базу я, очевидно, не могу. Потому что она приедет, меня ваншотнет. Как-то по-другому объехать. Я просто не знаю, где она стоит. Объезжать, попробовать найти ее. Наверное, да, надо.
Наверное, лучше по дальнику выкачу. В самую-самую дальнюю точку поеду. Попробую ее, может, найти где-нибудь. Здесь. Хорошо, ее нет в углу. Значит, она в закрытую стоит. Все четко, по плану. Хорошо. Фух. У меня аж даже рука во время первого выстрела затряслась. А второго артовода мы не видим, да? Слушай, ну бабаха должна сбивать базу. И надо как-то ее убивать, этого мужика. На брудершафт. Разменялись снарядами. Батяю! Заработаю! 8 фрагов и 8к урона! Ха-ха-ха-ха-ха! На ЛТшке-то! Ху-ху! На ЛТшке хорошо. Слушай, очень жесткий бой, как для ЛТ. Жесть. Просто ЛТ, которая выиграла игру. Просто ЛТ-вот, который уничтожил карту. Вы просто посмотрите, сколько я урон дал. Воин. Основной калибр. Танкист-снайпер. Медаль Паскучи. Редли Уолтерс. Скимпы 4к дал. И это все на сборке. С копами. Малошумкой и так далее, вроде бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10-11. 11 танков повредил, 8 из которых убил. Слушай, ну жестко. Давненько ли вы видели, чтобы на ЛТшке давали 8к урона?